Всем привет! Сегодня суббота, 26 июня, половина пятого вечера, и мы едем опять купаться на лесное озеро. Смотрите, на что мы наткнулись по пути. Ну, какие кнопочки рыжие торчат из-под листиков. Лисички. Будет что пожарить к ужину. Смотрите, какие красивые, рыжие. А это хвощ. Вон какие. Ну, не красота ли? И это тоже красота. Ну вот, мы добрались до места. Здесь по-прежнему тихо, никого. Вода прозрачная, вон водомерки, стрекозки, птички поют. Никого. А на море сейчас вода цветет. Вот, смотрите, рыб видно. Как в аквариуме, да? Ну не красота ли? Отдыхай себе в волю, наслаждайся природой. Ой, наплескались вдоволь. Мы с озера решили возвратиться немного другой дорогой. Заехали вот на это вот поле, сделали небольшой крюк, вон там сзади виден лес. Мы в том году, вот здесь вот на окраинках, собирали дикую клубнику. И вот решили заехать посмотреть, как в этом году, уродилась или нет. Нет, клубники не было, но зато мы набрали целую охапку иван-чая. Вот посмотрите, какой огромный букетище. Насушим и с удовольствием будем пить чай. Короче, вернулись с озера с добычей. И с лисичками, и с иван-чаем. Вот сейчас мы это дело все пожарим. С лучком. Вкуснота будет. И еще картошечки сверху. Вот так. Всем приятного аппетита. Утро следующего дня. Погода солнечная, но обещали после обеда дожди. А я иду купать иван-чай. Во дворе у нас стоит ванна. Муж вчера налил чистой воды. Вот так вот мы сейчас смоем дорожную пыль. Обсушим маленько на солнышке. Потом я свяжу несколько веничков и повешу на чердак сушиться. Вот такое великолепие у меня распустилось. И лягуха тут себя прекрасно чувствует на солнышке. У нас на работе жалуются мои коллеги, что в такую жару холодильники, морозильные камеры не справляются. Вот и у меня тоже. Достала рыбу. Это у меня судак. Остался с зимы еще. Муж у меня рыбачит, как я уже говорила, да? Вот видите, она подтаявшая. Ну, холодильничек уже старенький. Да и температура, я хочу сказать, 4 дня подряд поднималась до 37 градусов. Сейчас мы это дело маленько поприбавим. Ну, вот так хотя бы сделаю. На градуснике 32. Вот смотрите, светит солнце. А вот из той тучки идет дождик. Впервые за 12 дней. Ура! Ну что ж, синоптики на этот раз не обманули. Небо затягивают грозовые тучи. Но дождя надо, надо. Вон гремит гром. Земля высохла настолько, что ее надо поливать и поливать. Идет сильнейший дождик, молнии и раскаты грома по всему небу просто не прекращаются. На самом деле классно. И веселье бурною.